Опа, нихуя! Это что такое? Спектра, что ли? Прикол. Ну и говно PQG, конечно, ребят. Просто пиздец. Это Doom? Реально, Doom какой-то воет. Да. Какой-то что-то Doom с воидом где-то, ребят, в домике ебли заперлись. И вот вылезло вот это чудо потом оттуда, походу. Ну, снизу мне пик гораздо больше импонирует. Мне кажется, верхний пик — это вообще какая-то супер срань. И она абсолютно не работает. Только если... Ну, я не знаю. Короче, не знаю, панда должна играть супер хуёво, мне кажется, чтобы проиграть эту игру. Вот. Потому что... Это наверху какая-то супер вообще срань. Из жопы. Так что хату на панд. Это одна из тех вещей, вот мне кажется, унитаз, который ты особо не меняешь. Впадло. Если там унитаз, блядь, покупать. Приходит какой-то чел, ставит тебе унитаз. Ну, не знаю, короче. Вот если бы я делал ремонт с нуля сейчас где-нибудь, купил бы себе там, не знаю, квартиру и делал бы там ремонт, то, возможно, я бы задумался о унитазе с подмывом жопы изначально. Опа. О! Закрыто. Не, ну Сеп, конечно, играется с ними. И получает, въебало. Просто хочется что-то делать этим пиком. Им АФК стоять падлу. Соло, блять. Опа! Блять. Надо было качать Fate Edict, походу. Позорился. Ну ладно, кто качает на втором уровне Fate Edict, ставь плюс в чат. Не, ну иногда берут, кстати. Я и сам, наверное, брал. Разочек-другой. Опа! А, так шестой уровень БЗМ, ёб твою мать. Проблема у бустера. Мурчалки сейчас вот так язычком уже делают. Да. Звучит так себе. Слушайте, а тут что-то происходит, смотри, за тайгой гоняются. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой. Ой. Ладно, Сеп реально делает, ребят. Это когда я... Примерно прикидывал, как оно должно все в игре происходить, я недооценил фактор Себа. Он реально рассолил просто эту карту пока. Просто рассолку дал. Этому думал, ебало разбить. Тут уже БЗМ, седьмой уровень прокачки. 3500 денег. Ходит, трахает. Шторм... Ой! ТП на КД! Золотые яйца от золотые. Вот это. Ой, шторм погибает. Себастьян Депс. Ты просто манерная сволочь. Фига так, Депс еще и уходит. Это что, не обзывательство? У него фамилия такая. Куза я? Рамзес! Крит! О, back to business, ребят. Рамзес, back to business. Это оно. Крутит, крутит, крутит. Слушай. Оп. Оп. Блин, ну вообще Рамзес сейчас сыграл как профессионал игры компьютерной. Он что, профессионал? Ну то есть он подключился вообще супер рано на Джаггере с одной кронокопией. Сделал пару фрагов, остановил это вот разгон темпларки. Сам при этом разогнался дико вообще. Частенько даже на коре качают в макс землю. Потом девауэр. Ай. Так, ой-ой-ой. Нормально, нормально. Блять. Нихуя не нормально, короче говоря. Ай. Что делать? Нормально, нормально. Ай. Нихуя не нормально. О, Солыч! Блять. Да сраная Мирецка, блин. Вот он, бустер! Ой. Бустер, делай это, да. Нормально, фраг забрал, уходит. Балкон на месте. Юраки фармит, смотри. Наглец какой, а. Ладно, где Джаггер этот? Батлфьюри есть уже? Да. Ну, вот, летит. На миде в этот момент на БЗМ нападает. Миро! Вижен. Лёха, шо ж так поздно-то? Ну, пиздец. Ну, пиздец, Лёха опозорился! Ой, Лёха, Лёха. Бля, Лёха сейчас сыграл, как я примерно в доту, но только у него 40-й ранг где-то.
Ну, он супер поздно синтрак поставил. Потеряли они время. Продолжение банкета. Ловит человека, то есть уже Романыч. Закрутка пошла, Рамзес. Блин, Рамзес реально хорош. Мне Рамзес, ребят, напоминать в этой игре Миракла на Джаггере в том самом победном матче на Интернешнале, который выиграли Ликвид тогдашние. Там Миркл на Джаггере тоже играл, он так карту разъебал, что-то бегал, всех трахал кругом, вообще без шмоток, а потом еще и шмотки купил и дотрахал. Вот сейчас у Рамзеса так же получается. Здесь подключился, тут что-то подключился, туда-сюда, что-то закошмарил всех, и при этом еще и топ-1 нетворс имеет. Ну, это солидно. Подогрей интерес к просмотру спортивных и киберспортивных событий на 1Х. Регистрация в один клик, удобное мобильное приложение и широкая линия. А по моему промокоду ты получишь $520 на первый депозит. Ссылка и промокод в закрепе. А в описании будет инструкция для тех, кто хочет гарантированно забрать пару тысяч рублей. Обузь акции и зарабатывай вместе с нами. Ой, долбит нормально. Тайга! Тайга! А! Так, бустер укатывается, ман заканчивается, взаим в погоню, прыгает вперед. Кстати говоря, Драгонлэнс, блин, Кошарту как раз купил. Здесь рядом же Дарксируки, атаки проблемы, вон кормили мангусами. Мурчалка накормила его мангусами. И в итоге Антарас Ашавк встал по этому поводу, говорит, ну нахуй. Так, и что-то в этой игре где-то присутствует Миро. Его тоже никто толком не видел, но он есть. Он три раза сдох. И его таймер на второй доминатор, честно говоря, у него ужасно херовый таймер на второй доминатор по итогу получается. Ладно, он не ужасный, но учитывая как бы лайнинг против Спектри, как будто бы думалось, что там супер быстро все вообще появится и будет такой мегабист. Но на пару минут раньше как будто бы должно было оно появиться все. Ну ладно, все более-менее. Ой! А-а-а! Помогите! Помогите! Проебали! Миро! Миро пока съебал. Все, Джиггернаут, бэк тупомоечка произошло в этой игре. Не! Уже все, уже проебали панду эту игру. Ладно, еще не проебали. Но для того пика, который имеют у Джия, как бы ситуация у них слишком хорошая. Они не убьют, наверное, его, у него же пайп или чё? Ну, да, он еще ручкой машет им. Бустер, бустеру пора петлять отсюда. Вакуум. Можно было попробовать на удачу дать. Мяу. Юраги. О, так вот. Блять. Это едет петушок. Это едет петушок. Не знаю. На развороте! Что? Ой, блин. Если бы он сейчас сдох бы на Юраге, я бы так орал. Но он не сдох. Дисперсия, по ощущениям, там чуть ли не низ какой-то вылетел, что-то урона мало было. Хотя ладно, у Спектр просто много дэмэджа, а у Шторма, к сожалению, мало дэмэджа делать. Она не должна играть постоянно, блин. У нее. Она должна выключиться в один момент после. Это музыка типа пизделки. Она играет, играет, и потом такая должна затухнуть. Но часто в доте она не затухает, потому что это бета. Не, вырубать мне впадло. Я жду, пока она выключится сама. Рано или поздно это произойдет. Ведь так, Габен? Ведь так? Ведь правда? Возможно, и неправда никогда. Это никакая. Нижняя башня сил света атакована. Здания сил света укреплены. Это самая ебаная музыка. Кстати, согласен. Возможно, нам стоит сменить музыкальный пак в доте. Сейчас будет ебалово, Тайга идет вперед, находит Миро или не находит Киатака. Разревилил вроде, дум на Миро, у Миро проблемы, Киатака здесь ворвался, вроде что-то нравится делать, соло засейвил Миро. Много ли в этом смысла, естественно, не уверен, да хуйня он умирает, ну точнее, то, что он жив. Он все сдох, кстати, да. Никого не могут убить, Рамзес здесь и его товарищи, даже бабочка не помогла Рамзесу сделать хотя бы один фраг. С ультимейтом что-то попрыгал и всем насрать. Соло, Rain of Destiny нажал, на развороте Себа пытаются убить, Рамзес дерется, Рамзес закручивает Себа, закручивает всех, пытается дать телепорт, и у него получается миссы от Battle Fury, в смысле Battle Fly, спасают.
Ёбда! Ооо! Паста была. Как-то избавиться от Дарксера и с остальными разберемся. И вот сейчас. И вот сейчас Киатака бустер. И выйдет. Корону. Нажимает манту или чё, но в итоге он как-то он жив еще. Улетает, Спектра просто жмет кулаком по клаве, убивает палку. Шторм прилетел вперед, нормально, минус один, Джиггернаут дальше пошел, дык-дык-дык-дык-дык-дык. Киберспорт, начинает бить Дема, Дом на Миро. Все вообще похуй, он почему-то хейтит Миро, прыгает вперед, Сеп хочет здесь кого-то достанет, непонятно, он в сайленсе пока что, проблема у Соло. Соло на себя ультимейт нажимает, да, Миро и так поживет, на бэклайне бустер, трахает Дема. Здесь Рамзес, он просто за всеми бегает, и все от него, гем выпал. Ультимейт от Дема пошел по Бизаему, поймали его, у Юраги могут быть проблемы, Рамзес в погоню. Сеп, конечно, спрятался, Киатаку бьют, но ему, в принципе, пофигу. Нормально здесь панды, короче, разбираются по итогам. Там продолжает гнаться Рамзес за Юраги. Начинает закручивать его. Юраги вроде как убегает. Здесь на бэклане Сеп тоже жив. Рамзес пытается взять тамбарку, но та... А, блин, смотри, что гем стырили, потому что забыли мужики из панд взять гем. Но немного с контролем некоторые проблемы у панд, как будто, да, потому что все от них просто убегают. Но также видно, что драка тяжелая для OG уже, выглядит тяжеловато. Они просто Джаггера не могут убить, они даже его не пытались бить. Ну да, у него Аегис, понятно, но... Они понимают, что на самом деле даже этот Аегис выбить будет крайне сложно. Потому что у вас, по большому счету, вот милишник, 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 да? Ну, Тэплэк, она вполне себе ранжевик, тем более с Квивером, Драгонлэнсом, Блэйдами, Талантами. Она более чем ранжевик, да? Дальность атаки какая у нее на самом деле ебанутая. Но она контактная весьма. Она как бы тоже может часто оказаться где-то довольно близко. И Джаггеру легко кого-то бить постоянно. То есть, как бы, вы его бьете, а он в ответ. А он в ответ бьет и хилится. А чтобы он не хилился, надо ему давать какие-то контроли, да? Станы там. Ну, станы, короче. А станов много ли здесь сейчас станов? Да вот не очень много, если честно. Поэтому Джаггер бьет постоянно кого-то. То одного, то второго, то третьего. И убить его не очень понятно как. Нужны хексы какие-то, алебарды, может быть, не знаю. Ну, против милишников алебарды не очень хорошо работают, поэтому такое. Может быть, хексы. Но хекса-то нет пока ни у кого. И не факт, что предвидится вообще, так говоря. Опа! Поймали тайгу! Дык-дык-дык-дык-дык-дык! Минус! Гернаут! Ой, дом! Бэклайн запрыгивает! Дал дом! Не могу понять, кого опять Миро? Я не знаю, Сеп, возможно, немного рофлер. Зачем он постоянно дает Doom в Бисмастера? Ну, либо, как бы, Бисмастер даже по Doom дает ауру, Бисмастер по Doom дает и все другие ауры. В чем смысл? Ну ладно. Ой, дык-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 дык, Юраги! На нахуй. Рамзес в итоге всех порезал, и все. Ну, то есть... Если честно, Бисмастер выглядит как одна из самых хуёвых целей. Если не самая хуёвая в этом пике для Думы, да? Ну, Шторм понятно. Ну, Джаггер тоже как бы ок, потому что, по крайней мере, он не сможет там палку поставить, ульт нажать. Но, понятное дело, что Джаггеру там, ну, фейзы не сможет нажимать, я говорю, тоже немаловажно. Потому что он на этих фейзах очень быстро кого-то догонять постоянно. Вот. Но, возможно, даже Ворокла как бы дать просто Дум. Чтобы он там не хилил никого, не сейвил. Он доебался до этого Бисмастера. Хер пойми зачем. Лечи врач, значит, вам курс таблеток. А, понял. Опа, Киатака. Я, кстати, купил себе БЗМ. Крутой, но пресный. Вот, и все время было Марзефакер. Каким бы он ни был, порой клоуном через раз. У него была своя фишка какая-то. Ой-ой-ой, Дума убивают. Рамзес идет. Дык-д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 ык. Ну, вся. БЗМ. Ну, пресный БЗМ здесь тоже погибает. У него, кстати, есть байбек. Может нажать его, если хочет. Нет стайла, нет стиля у этой тима, этой команды. Да-да-да. То есть, это тим without стиль, понимаешь? Без стайла. То есть, я вижу фэшн. Но я не вижу стайл у этой команды. Опа, Рамзес идет. Юраги бить. Рамзес идет еще кого-то бить. Рамзес просто гуляет по драке. Ну а что ты ему сделаешь, вот серьезно? Джиггернаут против таких героев?
Знаете, вот раньше в свое время Урса был. Ну, как бы, Урса и сейчас есть. Но, в принципе, Урса говна. Кусок, как будто бы, плохо работающий. Дык-дык-дык-дык-дык. То есть против Урса не хотелось брать милишников, потому что он их всех там в мили убьет. А вообще Джаггернаут. Вот у тебя против Джаггера 3 милишника. Ты 2 милишных кора из 3. Вот. И он просто... Как бы, как его убить? Он там стоит в драке, но он же трон, правда, ломает, там всяк. Но он просто стоит в драке, он просто всех бьет, и они ничего не могут ему сделать. Имба! Ее упала.